Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим формулы сокращенного умножения. Рассмотрим первый урок по этой теме. Сегодня мы будем рассматривать формулу следующую. А плюс минус b в квадрате равняется а квадрат плюс минус 2ab и плюс b в квадрате. Начнем мы с самого простого и самого первого. Как отработать эти примеры? Ну, я хочу сразу вас огорчить. Для тех, кто любит молчать, у вас это не получится. Нужно все время рассказывать эту форму. Итак, первый пример. y прибавить 4 в скобках квадрате. Квадрат первого числа. Первое число y, значит, y будет в квадрате. Плюс удвоенное произведение 2. Умножаем на первое число, то есть y, и умножаем на второе, то есть 4. И плюс квадрат второго числа. Второе число 4, так и пишем 4 в квадрате. Равняется, упрощаем. Y в квадрате переписываем, плюс 2 умножить на 4, это 8y, и плюс 16. Давайте рассмотрим с вами второй пример. X минус 7 в скобках в квадрате. Итак, пошли. Квадрат первого числа. X квадрат. Минус удвоенное. Удвоенное значит вы пишете двойку. Умножить на первое число, то есть x, и умножить на второе, то есть 7. И плюс квадрат второго числа. Второе число 7, значит 7 в квадрате. Упрощаем. Получаем x квадрат минус 2 на 7, 14. Умножить еще на x 14x и плюс 49. Третий пример возьмем с вами немножечко посложнее. 10 прибавить 4c в скобках в квадрате. Первое число в квадрате. 10 в квадрате. Плюс удвоенное произведение. Пишем первое 10 на второе 4c. И плюс квадрат второго числа. Поскольку оно состоит из 4 и c, то это 4c мы пишем в квадрате. Упрощаем. 10 в квадрате, 10 и 10 это 100. Плюс 2 умножить на 10, 20 и на 4, 80c. И плюс каждое из чисел мы возводим в квадрат. 4 в квадрате это 16. И c тоже возводим в квадрат. Если вы забыли, это уже ошибка. Номер 4. Давайте возьмем еще сложнее. 2x минус 3y. В скобках в квадрате. Итак, квадрат первого числа. Первое число 2х, мы пишем его в скобках и возводим квадрат. Минус удвоенное произведение. Первое число 2х на второе 3y. И плюс квадрат второго числа 3y тоже пишем в скобках. И в квадрате. Ставим равно. 2 в квадрате это 4. Х, не забываем, тоже возводим в квадрат. Минус 2 на 2 и на 3 это 12. Буквы пишем в порядке алфавита х, y. И плюс 3 в квадрате это 9. И y, не забываем, тоже в квадрате. Возьмем еще более сложный вариант. Предположим, у нас стоит а в
третьей минус b в седьмой в скобках в квадрате. Квадрат первого числа. А в кубе и еще в квадрате. Минус удвоенное, значит 2. Умножаем на первое а в кубе и на второе b в седьмой. И плюс квадрат второго числа. B в седьмой берем в скобки и в квадрате. Упрощаем. Получаем а трижды 2. Мы помним, что возведение степени в степень показатели перемножаются. Получаем 6. Минус 2. А в кубе b в седьмой. Тут ничего нельзя сделать. И плюс b. 7 умножить на 2. 14. Иногда встречается вариант, когда наш пример записан вот таким образом. Минус 3c плюс а в скобках в квадрате. Вас никто не накажет, а наоборот скажут, какой вы молодец, если вы поменяете местами. А минус 3c в скобках в квадрате. Почему имеем право? От перемены мест множителей произведение не меняется. Извините, пожалуйста, тут не то я сказала. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. В данном случае первое слагаемое минус 3c, второе а. И пошли. Квадрат первого числа а в квадрате. Минус удвоенное произведение. 2 умножаем на а, умножаем на 3c. И плюс квадрат второго числа 3c в скобках в квадрате. Получаем а квадрат минус 2жды 3, 6ac. И плюс 3жды 3, 9c в квадрате. На следующем уроке мы с вами рассмотрим, как более быстро пользоваться этой формулой.